Thank you.
Итак, друзья, было примерно 648 тысяч, стало 638 тысяч. Ну, немного уменьшилось, но в целом, видите, если, допустим, место осталось 4%, производительность увеличится, если вы очистите. Но, друзья, 10 тысяч это можно считать погрешностью. Вот, допустим, если сейчас еще раз проведу, будут другие цифры. Как видите, здесь, кстати, с номером 865, мне очень нравится, очень экономичный и, когда надо, производительный и так далее. LPDDR5 здесь стоит, ну и вот такие вот характеристики. Разогревается у нас до 43, о боже мой, наверное, из-за того, что сейчас жарко на улице. Аж до обычно он 37 градусов держит. Ну вот это да. На 6 градусов выше. Вот это да. Друзья, ну вот так вот. Сейчас, естественно, проверяю, как все работает. И дальше продолжаю тестировать. Естественно, попробуем запустить Асфальт 9. Хоть и он требует обновления, а в России-то он не обновляется. Короче, посмотрим. Вот это беленькая, это, кстати, котейка. Пи-п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 и